Про все фокусы языка кратко. Часть первая. Намерение. Это выяснение намерения человека. Чего он хочет. Его пирамиды ценностей. Какие у него ценности, критерии нереализованные. К чему он стремится. Мы можем, как предполагать, спрашивать, а чего ты хочешь? Зачем это тебе надо? Вот это и есть намерение. Для чего это тебе? Все намерения, выяснения. Все намерения – это выяснение пирамиды ценностей. Вот есть пирамида масла. В данном случае подставляем фамилию любого человека. И получается у каждого своя пирамидка. Вот знание, понимание, выяснение, желание выяснить систему ценностей любого человека – это и есть намерение. Переопределение – это умение развернуть ситуацию, перевернуть, посмотреть под нужным, правильным, выгодным углом. Если, например, человека как-то обзывают, то он тут же переопределяет момент, обходя острые углы, и движется дальше к своей цели. Фокус языка – последствия. Это учет каких-то последующих выгод или каких-то проигрышей. Причем вот этот угол, ширина обзора у каждого своя. Вот у кого-то больше, у кого-то меньше. По мере взросления она может увеличиваться. Это как небольшие такие стратегии, которые… Вот если, например, вот у человека происходит что-то в жизни, он начинает задумываться о будущем. Вот, например, женщина приносит две полоски, ему говорят, все только начинается. Вот все только начинается, когда-то вот только будет. Вот это вот и есть последствия. То есть последствия такие маленькие стратегии, да, которые могут переходить в миссию человека. Это они есть.